Так, Антон, ну поздравляю вас с третьим местом. Расскажи по играм. Удалось выиграть 2-0, взять две карты, в том числе и карту американцев. А что скажешь по играм? Ну, вообще, я очень удивлен двум вещам. Во-первых, насколько они сопротивлялись на первой карте, я думал, что мы там просто существенно как бы имеем преимущество. Поэтому я был очень удивлен, что у нас как бы такой плотный счет получился. И вообще, в процессе игры мы даже проиграли, только в конце вытащили в итоге. А вторая вещь, это я думал, что мы очень сильно проиграем Пургатори, потому что я ее даже не знаю. То есть я знаю там какие-то отдельные позиции, где я там должен был стоять. Тем не менее, мы их там плюс 30 фрагов наказали. То есть я реально удивлен. Не, а так, конечно, немного рад просто. Ну, третье место в тимплей занять тоже нормально, денег тоже подняли еще. Понятно. Слушай, кого выделил бы на, ну, как бы вот на матче за третье место в своей команде, в команде противника? Ну, сложно сказать. Вообще, они как-то, не, ну, мне кажется, они не лучшую свою игру показали. Ну, наверное, отдельно стоит отметить СЗМ и Рафу. Потому что Клок, он совсем как бы так слабенький, то есть именно по стрельбе, то есть когда мы начинали с ним там драться, то есть он существенно хуже как бы двигается и по стрельбе показывает. Вот, но, ну и я хорошо отыграл очень на первой карте, на второй карте, то есть я даже ее не знал, эту Пургаторию, а сыграл так существенно в плюс на команду. Хорошо, сейчас тебе предстоит матч за третье место в дуэлях. А вчера ты уже разговаривал с ТЗМом по этому поводу, поверка его вопросами. Просто мозг доктора Нельсона перегрузился, он не знал, что сказать, долго думал. А что ты с ним будешь играть, что будешь выбирать? Ну, так как у нас best of five, то есть мы будем играть минимум 3 карты. Я просто буду брать те карты, которые, на которых я лучше всего играю. Это DM13, T7, Хуб. Да вот все, наверное. Что можно ожидать от этого матча, я даже не знаю. Просто постараюсь сыграть во всю силу и без лишних каких-то мыслей и напрягов. Проиграю, а так, конечно, постараюсь. Ну, ты вчера говорил по поводу того, что, в принципе, для тебя матч за третье место, он несущественный, потому что ты настраивался на первое место. И сейчас ты будешь играть, в общем-то, без особого давления. Не, ну, здесь как бы вот такая двоякая ситуация. С одной стороны, вроде третье место, ну, в принципе, это существенно, да, то есть либо ты вдали от топа, либо ты все-таки топ-3, это важно. А с другой стороны, ну, для меня, в принципе, это не настолько существенно, третье место займу или четвертое, даже денежный фактор не настолько важен. Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам? Ну, конечно, я благодарен за поддержку. Я извиняюсь за то, что я, ну, не смог показать того результата, на который вообще надеялись все. Также хочу поблагодарить свою команду М5. Я очень рад, что как бы у нас взаимопонимание организовалось. И надеюсь, мы дальше будем работать в этом ключе. Хорошо. И спасибо за поздравление с днем рождения. Я получил вчера очень много сообщений и в социальных сетях, и на мобильник свой. Вообще отовсюду. Очень удивлен. Действительно, очень много внимания в мою сторону. Это очень приятно. Хорошо, Антон. Желаем тебе удачи в матче за третье место. Спасибо. Отправляемся смотреть. Let's go.